включая не больше 55 человек, не менее 25 человек. Из них не меньше как 50%, не больше 70% представителей общественных организаций. Поэтому сегодняшних представителей от общины мы проголосуем. Я прошу прощения. Если есть еще желающие, это только актив Кульбакина. Можете еще присоединиться. Вот правильно было сказано, есть еще резерв для активистов, которые могут присоединиться в нашу комиссию. Общественные организации, пожалуйста, очень нужны. Александр Анатольевич, извините, я возьму слово. Значит, смотрите, согласовательная комиссия имеет право иметь от 25 до 55 человек. Из них 50%, не менее 50%, представители громады. Пожалуйста, поднимите, чтобы было у нас не менее 50%. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Лариса, вот сейчас сколько людей, мы сейчас посчитаем, столько же включим людей в эту комиссию, чтобы было 50%. Вот и все. Назовитесь, пожалуйста. Можно, пожалуйста, просто сказать, я считаю, что в этой комиссии должны быть не только люди, которые живут в Кульбакино. Уверен в этом. Я практически уверена в том, что сейчас у нас обнаружится, что голосов, которые будут, будет больше, чем людей, которые здесь вообще присутствовали или были зарегистрированы. Не нужно быть уверенным в том, чем вы не можете контролировать. Станьте, пожалуйста, мы вас посчитаем, и такое же количество людей, которые... Такое же количество людей мы сейчас просто попросим, чтобы в комиссию сложилось. Все, есть. Раз, два, три, четыре. 14 человек. Поднимите руку, кого я не озвучил в этом списке. Поднимите, пожалуйста, еще руку. Еще 4 человека. Все, остановитесь. Просто чтобы поднять. Вот из этих 14 человек сколько... Вы так за тарифы так добывались. А то, видите ли, Кульбакино, сколько там тысяч людей живет? А сколько на ЮТЗ живет? Сколько человек, поднимите, пожалуйста, руку, все, кто не озвучен, вот мной 14 человек. Вы, тарифы, 14, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, дополнительно еще 8 человек. Таким образом, у нас есть 22 человека. У Европу хай везут вас! Нет, я 14. Будете кричать больше времени. Внимание, мужчины, 22 человека. Я уйду сейчас. 23 человека. И еще 23 человека будет предложено архитектурно-будивельную раду. Правильно? Все, 23 человека есть. Сейчас мы запишем ваши фамилии. Лариса, будьте добры, зафиксируйте, пожалуйста, этих людей вот в этот список. Да мы скажем, что столько же людей было, точно такое же количество, и будет 50% людей. Внимательно слушайте, пожалуйста, то, что я говорю. Зафиксируйте этих людей, пожалуйста, в список. Друзья, сегодня мы вот сейчас собрали эту группу людей, которая будет включена в состав погоджувальной комиссии. В дальнейшем эти люди будут представлять интересы громады, когда будет комиссия, которая будет определять детальный план территории. И я уверен, если сейчас мы с вами не проведем цивилизованно вот это голосование, то в дальнейшем, поверьте мне, спорных вопросов не будет. И комиссия будет, поверьте мне, останется без работы. Поэтому...